Слушайте, я дописала свою новую книгу, это книга о сексе. Я уже получила ряд негативных рецензий от людей, которые еще не читали книгу, но уже дофига очень сильно осуждают. Моя близкая подруга мне говорит: «Наташ, ну давай честно, у тебя маркировка на книгах 18+, то есть до 18 лет ребенок даже не может купить твою книгу, то есть подростку даже не продадут ее, ему скорее продадут алкоголь или там сигареты, он обкурится, блин, оббухается и будет трахаться где-то в подворотне. А взрослым людям, Наташ, твоя книга не нужна, потому что мы, взрослые женщины, знаем о сексе, все», говорит моя подруга, которая год назад сказала эпохальную фразу. «Мы с моим бывшим сексом не занимаемся, но я ему просто два раза отсосала, и все». Уважаемые мои псевдодевственницы, которые я просто ему отсосала, но секса не было. В словосочетании «оральный секс» есть слово «секс». Поэтому минет – это тоже, к вашему сожалению, секс. Вообще вот эта фраза «мы с ним не занимались сексом, я ему просто отсосала», вот эта фраза звучит так же тупо, как и фраза «я сегодня ничегошеньки не ела, просто выпила тарелку борща». Вот для таких 40-летних девочек я и пишу. Все, предзаказ книги оформляй, и это, я домой поехала. Мне еще борщ пить надо, я с утра не допила. Вот и все, вот и все.